吧。姐姐夫。где ж ты? Я здесь. Ах ты несносный мальчишка. Как же ты вошел, несносный мальчишка? Забрался по колесу. Но смотри, моя обувь совершенно сухая. Здорово, правда? Боевые искусства служат не для показухи. Ты всегда меня отчитываешь. Я тебя не отчитываю. Но так для тебя же лучше. Помни, что настоящий воин никогда не выставляет на показ свои умения. Ты всегда это говоришь. Но тебе не за что стыдиться. Так лучше для тебя. Ты должен слушаться меня. Знаешь, как говорят, будешь дуть в свою трубу, жди неприятностей. Ты должен быть скромным, если хочешь добиться успеха. Ачин, ты знаешь, что идеальная жизнь — это та, в которой царит мир. Да?